В Португалии продолжается чемпионат Европы по дзюдо весовой категории 100 килограммов. К борьбе за бронзу приступил представитель Азербайджана Зелим Кацоев. Одолев спортсменов из Австрии и Венгрии, в четвертьфинале Кацоев уступил представителю Грузии. И теперь ему предстоит провести утешительные схватки. На данный момент в копилке азербайджанской сборной одна бронзовая медаль, завоеванная Караматом Гусейновым в категории 60 килограммов.